Добрый день, меня зовут Баринов Павел, я являюсь менеджером Центрального федерального округа Юнипамп. И сегодня я хочу предложить вашему вниманию нашу новинку, нашу последнюю разработку. Называется пятиуводной коллектор с настенным креплением. Вот он, вашему вниманию предложена эта упаковочка. А теперь посмотрим, что же находится внутри. В состав упаковки входит следующее. Само настенное крепление. Пятиуводной коллектор. И комплект для крепления. Итак, начнем монтаж пятиуводного коллектора. Дорогие друзья, мною был осуществлен монтаж нашего пятиуводного коллектора. Здесь мы представили, как будто бы это входная магистраль от насоса. Это магистраль, которая уже пошла к потребителям. Здесь установлен манометр, вкручено реле давления. У этого пятиуводного коллектора есть одно огромное преимущество перед обычным, стандартным, банальным пятиводным штуцером, используемым в большинстве случаев еще нашими дедами и прадедами для монтажа систем автоматики. Преимущество здесь в том, что здесь каждый элемент удобно расположен в одной плоскости. Ничто ничему не мешает осуществлять регулировку реле давления, контролируя тут же все изменения в настройках по манометру, не представляет никакой проблемы. В пятиуводном штуцере за счет того, что на маленьком объеме здесь собиралось и реле давление, и манометр. Все это находилось под разными углами. Далеко не всегда можно было удобно осуществить монтаж и какие-то проведения, каких-то ремонтных работ. Здесь такой проблемы нет. Юнипамп всегда готов предложить вам что-нибудь свеженькое. Подписывайтесь на все наши каналы, будьте в курсе новинок. С заботой, ваш Юнипамп.